Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В пятницу в Самарской области пасмурно и дождливо, плюс 13, плюс 15 днем, 12-14 ночью. Ветер северный, северо-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 14 также. Северо-западный ветер, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 13 и ночью плюс 13 градусов, северный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, продолжительный дождь, плюс 13 градусов в дневное время, ночью также 13 с плюсом. Ветер северный 6 метров в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%, температура воды в реке Волга 19 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.